Сегодня мы делаем зеленый чай. Наша вода закипела. И будем закладывать наши травки. Здесь у нас смородина, мята и малина. Все это бросаем. Теперь пусть покипит минут 7, а можно и 10. Все это закипело с одного маленького пенька. Побурлит, покипит 10 минут, 7-10, кому как нравится. И чай готов. Итак, прошло 9 минут, снимаем наш чай, он готов. Итак, все готово, можно пить наш зеленый полезный чай. Всем спасибо.